Хай всем, пацаны, с вами снова я, Зазепа. Вот, не было мне полторы недели. Да, было много у меня экзаменов в автошколе. По английскому надо было ходить еще сдавать в универ. Сейчас быстренько будем вспоминать что-то как. Решил я сегодня допройти Assassin's Creed. Ёбушки-воробушки! Шо ж вы такие резкие, а? И что дальше? Так, ага. Так резко любит выбегать. Так, пошел сюда. Так, ты у нас возвращаться будешь? Или тебе наплевать? Ну и фиг на тебе. Ёп. Так, надо вспомнить, как там наверх забраться. Не, вы серьезно сейчас? А, это же та хрень, которая позволяет телепортироваться, ничего важного. Ёп! Он стикогодовой. Как тут действовать? По одному, что ли, из них снимать? Так как? Побегу сразу же, бегу в сторону. Пошел в попу! Не, нам, походу, задница. Я уже все забыл. Ладно, не важно. Давайте пробежим здесь по фасту. Так. Ребятушки, козлятушки. И походу сюда даже не собираются. Не спать. А, только успеть. Так, ладно, проскочили. Так, сейчас выбежим. Не, подожди, что-то он не выбегает. Ладно, не важно. Сейчас это сделаем. Мы должны это сделать. Тихо. Тихо. Ты ничего не видел. Так, как блок? А куда там третий взялся? Да ёб... Ушки воробушки. Да, нас, походу, ждет долгое прохождение. Так, они все-таки передумали сюда бежать, да? Бам-бам-бам-бам-бам. Ребята. Всего хорошего. Удачного вам дня. Так. Быстро, 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 быстро. А, надо хотя бы одного успеть снять. Ну что я поделаю, блин? Так, фаст! Да иди ты! Бежим отсюда, спасаем свою жизнь! Фух! А, подрезал нас все-таки. Надо было ему дать стычку одну хотя бы. Что я там говорил насчет долгого прохождения, не знаю. Эта игра на сама по себе по умолчанию уже хардкорна. Я что, на максимальных, насколько сложности играю, не пойму. Блин, не хочу просто играть. Так вот. Точки. Не, фиг тут что сделаешь. Продолжить. Так, надо вспомнить, может, как...
Может, на потолке подвиснуть? Попробовать. Сейчас. Только вспомнить как. Ладно, неважно. Да ёлки-палки! Все равно не успеваю. Ладно, минус один. Пошел нафиг! Ай, все равно же достанет. Бегом! Все, нам, походу, кобздец. О, хорошее начало, хорошего дня. Походу придется облизать немного видео. Ну, посмотрим. Эти вроде как не спешат. Так, ладно, надо успокоиться. Сейчас бегом сюда. Не знаю, мне что-то очково. Так, это не действует. Как я это делал? Я не знаю. У меня получилось. Вот это тайминг, да? Это тайминг, ребята. Главное сейчас все не запороть. Успеть, должен успеть. Не знаю, я боюсь, я спрячусь. А, надо успокоиться. Так. Безопаснее здесь уже не будет. Давайте эту хрень подберем. Ну да, нам в любом случае приходилось бы бежать, потому что у нас не заполнена эта шкала. Так, они больше не побегут, да? Только я сказал, что надо будет перезаписывать серию. В смысле, ну, обрезать там что. Так, вспомнить. Серия называется «Вспомнить все». Так, альт нет. С. Дожди. Блин, забыл уже. О, на F. Все офигенно у нас. Так, давай взламываем. А, максимум припасов. Точно, это же эти бомбы. Нет, тогда уже, наверное, резаться не буду. Конечно же, если мы сейчас не зафейлим. Так, а нафига мне как-то? Все равно в ней так и не разобрался. Так, нужно, наверное, охранника потом одного снять, если получится. Они разойдутся, сразу же одного прихлопнуть. Хотя не, наверное, лучше подойти. Ну и наплевать. Все равно нас не найдет. Так, давайте немножко ускоримся. Так, здесь у нас все по максимуму. Фух. Так. Отлично. Надеюсь, это уже финальные миссии, потому что эта игра мне уже магаживает. А мне еще висит EG2, и я должен как бы вообще изначально снимать по танкам видео. Вот. Это так дополнительно. Ну и придачу еще ж. А, нормально. Ножки не промочило. Да, вхожу понемножку я во вкус.
Ладно, сейчас опять такое фейловое место, чтоб не было, потому что просто вот бесит, я не знаю. Так, что там под надежной охраной? Так, я тут перемахнуть направо сразу не смогу, да? А придется этих пидорасов немножко отвлечь. Не. Это мы не будем использовать, как там? Так. Как-то так. Сходим сюда уже, так и быть. Ни сюда не пойдут, я надеюсь. Можешь ворота открыть. Попробовать, попытаться. Хотя что нам это даст? Я не знаю даже. А может там кайнычка, секретик? Йо, колымане. Как там я? А, на Т, по-моему. Давай быстрее. Во, на Т. Че, мне дали аж столько секунд? Здесь мне хватит. А ништяк не будем подбирать уже. Смысла нету никакого. Нужно побыстрее с этой башни свалить. Быстрее, я сказал. А, не успеваем, сейчас взорвемся. А, почти, почти уже на прямой дистанции. Фух. Ну это игра такая, это не я криворукий. Здесь реально просто нужно. Так, давай-ка. The old distractions. О! Б. Б тоже витамины, А тоже. Так, ладно, давайте сейчас быстренько диверсию проведем. Пробуем смыться отсюда. Все у нас получится. Так давай поджигай уже. Что, пиздеть будет полдня. Давай, 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 резче. Какая нахрен командная строка? Давай, да ёлы-палы. Да вы чё, серьезно что ли? Так, с контрольной точки. Я знаю, что не пройду, я более чем уверен. Лучше сейчас перезапусти, чтобы просто время наше не тратить, потому что уже не успею, серьезно. Так. All distractions, all. Шизанали! Да, потихоньку учим китайский. Так, ну-ка давай-ка быренько. Подожди тут все. Подпылай, пуканы ихние. О. Кстати, нифига не на Т, это на G кнопку надо делать. Давай, по-скорому, по фасту. Хрен этот уже ништяк. Все равно она ничего не дает. Только там золото, серебришко. Короче, для, не знаю, для поклонников Assassin's Creed только зайдет. Не, в принципе, тоже можно сказать такой. Проходил много серий Assassin's Creed, но не то чтобы очень. Так, ладно, мы еще успеваем взять эту хрень. Собственно говоря, сбежать с этого места. Заебись. Диверсия проведена успешно. Прекратите безумие. Остановитесь, дети мои. Молодой человек. Я тут можно немножко поверху полазаю? Ну, если вы не возражаете. А, нельзя дальше. Ну, давай вниз, хули уже. Ага. Control. Помним, любим, скорбим. А, ты, то есть, замечаешь вот так вот, да? Так, надеюсь, ты подмогу не позовешь? Пидорас. Слишком рано я начал движение. Не стоило так рано начинать.
И вообще не стоило с этого места начинать. Вообще тут стоит немножко подлезть, немножко вперед. И на контрол потом. Что, гад не заметил нас. Все равно же заметил, ну ты посмотри на него. Да убери ты свою... Ладно. Так уж и быть. Так уж и быть, мать вашу! У меня просто нету слов. Да. Просто реально банально нету слов. Давайте лучше не будем рисковать. Подтянемся немножко. Не, давай-ка... Мне страхетно что-то. Мало ли, сейчас резко так развернется и спалит нас. Сейчас можно его снять. Пошел на... Фиг. Так, ты ж не против, я тут немножко полазаю. Собаки нас пока не видят. Это вроде тоже пока не поворачивается. Ага, я так и знал. Сейчас повернется. Раф? Сейчас повернется. Я вашу подноготную всю знаю. Бегом! Пошел нафиг! Так, собаки. А нам и тут неплохо. Нас тут неплохо кормят, да? Когда этот гад подойдет сюда, мы его снимем. А сколько мы там уже раз слились? Раз... 6-7. Да. Вы за это заплатите, особенно ты. Приятного во мне. Ну тебя нафиг. Слушай, дорогой. Хотя, ты знаешь... Пошло все к черту. Так, не понял. А, даже так? Можно! Если осторожно. Отдохни. Что нам это даст? Так, давай-ка покрути этот, я не знаю. Что она не хочет? Ладно, еще вернемся. Мне не впадло. Мне вообще до задницы. Давай, тянись, как только можешь. Как никогда в жизни не тянулось. Ходит так месяц друг за другом в спину, глядя. Так, я ж надеюсь, ты не оглянешься. Так, тихо. Тихо. Сверху всего лишь висит Ассасин. Ассасин Крид. Не, ну здесь, в принципе, пройти легче простого, но... Этот пидорас как-то сверху еще замечает. Так, нам проблемы не нужны. Мы подождем немного. Отлично. Мы даже немножко дальше можем пройти. Так. Тихим ходом мы вроде как пробираемся. Так, ребята, вместе с вами. Если вы у него заражаете. Только это, вы
Не останавливайтесь! Сейчас дойдем до этих людей, молодых. Так, нужно подумать, что дальше делать. В принципе, охранник там ушел. Я подожду, пока он сейчас вернется, пока он сейчас развернется. Вышел посадить там какого-то мастера. Фу. Так, ну подошли эти двое, и что дальше? Сейчас нужно ждать, пока эти разойдутся. Так, главное не убивать стражника, а то народ разбежится. Вот в чем прикол. Содержать свои гормоны при себе, да? Давай, уебывай. Педрила. Так, это было опасно. А здесь вообще такая зона, что вообще прямо не знаю. Опаснейшая из не... из наиопаснейших. Так, потихоньку. Сейчас можно наверх, наверное, забраться. Надо глянуть сейчас по таймингу, что там вообще и как. Как народ вниз смотрит, нет? Этот пидорас идет и в каждое окошко палит. Так, ну сейчас этот уйдет, мы попробуем выдвинуться. Бля. Как тут быть, а? Какое окошко он будет смотреть? Ага, в это. Так, значит, в это он уже опять не посмотрит. Так. Аккуратнее. В принципе, сейчас можно было побежать. Ну, так уж и быть, подождем. Еще подкрепление вызовут. Да, после этой игры можно будет такие игры проходить вообще там с первой попытки. Ой. Да, тяжко жить без пистолета, когда у соседа автомат. Давайте лещи. Уже надоело тут стоять. Так. Все. Не волнует больше. Так, что ты стоишь, блин? Давай заныкайся, блин. Время. Так, ну мне наверх, я так понимаю, да? Позвонить в колокольчик или кого-то убить там. А, эту хрень покрутить надо. Ну шо ж. Пытаемся, попытаемся. Чего не обещаю. Так. Еле успели. Так, надо этого бабуина снять. Ах, хрена с два. Я успел? Забудь об этом. Да, мне сейчас просто повезло. Так, ништяк будем брать. Раз пошла такая пьянка, то чего бы его не взять? Подождем немножко. У нас времени, в принципе, достаточно еще. Это вам не по 10, по 12 раз, когда он там... Ужас, короче, был тихий. Так. Я уже освоился немного. Так, куда пойдем? Налево, направо? Пойдемте-ка мы направо, потому что там мы сможем только подняться. Да ты серьезно? Молодой ты человек. Ну, здесь выжить нереально, в общем, было. Поспешил я. Поспешил, поспешил. Сейчас поспешил тоже. Сейчас нас убьют. Но мы заберем с собой побольше этих сволочей, а? Ладно, две сволочи забрал точно. Щиня, махуйня, блин. Не, ребята, я ничего не имею против китайцев, но... Пошел нахуй. Просто против имею только лишь только данных особ в этой игре.
за которых, я не знаю, мне нужно покупать жидкость для смазывания охлаждения ануса. Короче, вы видели, наверное, в моей группе ВКонтакте. Ладно, ну это про танки было связано. Ладно, все, не отвлекаться. Че, давай. Ляк, отдохни. Че же этот гондольер сюда вниз смотреть будет, да? Конечно же, да. Что ж я хотел. Так, главное-то сейчас перед тем не высовываться. По идее, он его запалить не должен. Воу-воу-воу! Здесь меня сейчас не запалит? Пожалуйста, только бы он меня не запалил, а? Тихо. Тихо, бабы, все поедем. Хорошо, следите на здоровье. Смотрите, там только не наследите. От страха. Я тебя, пидораса, сейчас убью. По возможности. Он меня просто бесит. Все, давайте, пидорки, расходитесь. Гей-парад закончен. Так. Ну, сейчас, когда ты назад пойдешь, я просто из принципа останусь. Ты почувствуешь всю мощь темной стороны силы. Давай, шуруй сюда быстрее. Давай, левой, правой, левой, правой. Отдохни. Я своих слов на ветер, блять, чтоб не запалил, кидаю. Кстати, а чё ты тут ходишь так свободно? Тебе ж нельзя тут находиться. Я ему просто запретил, чтоб не выебывался. Так, ну это дальше вроде не палит. Давайте-ка взломаем дверку. Мне так просто спокойнее будет. О, подумал, что нам дальше делать. Так, можно по верху пробраться. В принципе, эта идея хорошая. Так, половину стражи мы уже перерезали, так что и назад идти будет уже поспокойнее. А чё я тут нахожусь вообще? Так. Тихо, осторожно. Так, ну дальше ты не идешь. Давай, покрути головой, покрути. Влево, вправо, вниз, вверх. Очень у меня хреновое предчувствие. Сейчас развернется. Нет. Да. Ну, успел и успел, хорошо. Нас же он сейчас, блядь, запалит. Пошел в попу. Я выживу, мать вашу. Какого черта тут происходит, бля. И сейчас сначала я не знаю, что. Ой, бля. Что игра делает со мной, а? Она хочет моей смерти. Так, набраться сил. Мастер Чинчинь должен найти ее наставника. Хорош пиздеть, давайте дохните быстрее. Вот ты сейчас. Пример. Я тебя ненавижу. Ой, аж хорошо стало. Так. Сейчас этот ёбнет глазом вниз, и можно будет идти потом направо. По девочкам в клуб. Я прав? Конечно, прав. Ляляк, отдохни. Сейчас, в принципе, этот пидорас должен тревогу поднять, так что давайте мы заныкаемся по бырику. Седова. Ой, да ладно, никто тебе на помощь не придет. Это не то, что выскакивает, блин, с дверей. Блин, если бы один на один, того хрена бы завалил. Так, ты же сейчас не смотреть будешь? Не, не будет. Ну и хорошо.
Подожди, вот, все, муж идти. Считайте, дал второй шанс. Второй шанс жить своей жалкой жизнью. Так, шел 101 год. Давай. Но этим шансом не воспользовался. Примите мои глубочайшие соболезнования. Так. Блин, ублюдок. Нужно все-таки там дверь успеть открыть как-нибудь. Как тут уйдет. Подбежим, откроем. В принципе. В идеале бы трупешник заволочь, ну так поспокойнее будет. Он все равно его не увидит. Я ведь прав? Конечно, я прав. Давай, отворачиваю свое гнусное, я не знаю, как ты его называешь, немытое лицо. Могу сказать, их грубее, но... Какого черта? Давай быстрее, а? Мне уже надоело тут находиться. Так. Сесть поудобнее. Замечательно. Сам ты цей нали. И другу своему передай. Ну что за пидорас, а? Мне его только сверху, блять, сверху его не снимешь, сбоку не подойдешь. О, я знаю, как его снять. Я ж забыл про этот секретный древний прием. Блять, я ж могу на ходу убивать. Точно, точно. Может, даже ничего не поймет. Что-то я про него вообще забыл как-то. Все, хорош пиздеть, давай иди сюда. Давай, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот так вот, все. Следующий. Бля, могу, в принципе... Не, сейчас не мог, я бы не успел бы. Давай, шуруй. Отдохни. Петушек, петушок. Так, нафиг. Скажем дружно, нафиг нужно. Хуи! Сам ты. Материться там еще, блин. Какие-то хуи. А, может, он хотел по-английски сказать? Who is? Who is there? Так, давайте-ка увеличим нашу... Так, не будем увеличивать. В принципе, здесь ты опять же и умрешь. Просто потому, что так захотела моя левая пятка. Моя пятка умеет хотеть. Все, пошел нафиг. Так, ну здесь, в принципе, справиться можно, если осторожно, как говорится, да? Давай. Ать-два, ать-два. Левой, правой, левой, правой. Справь. Нафиг я тут открываю? Ладно, чтобы просто было. Всякий противопожарный. Так. Сам ты тянь, хоть. Вам не жить, мать вашу! Как с тобой бороться, умри ты уже, пидорас такой, блин, эдакий. Я не хочу резать, я не хочу монтировать, блин, где там видео. Блин, серьезно, мне это уже надоело. Ой, бля, я сейчас расплачусь. Как же это бесит уже, а? Нахрена вы сделал такую, блядь, из нормальной игры сделал какую-то платформер, не знаю, кто хрен пройдешь. Давай, пошел сюда. Надо принять успокоительное.
Я прошу тебя, успокойся. Да, тихо, шифером шурша, крыша едет не спеша. Так, приятель, иди, отдохни, покури в сторонку. Вот так и лежи. Так, успеть на Ctrl нажать. Фу, успел. Джули, ко мне. Джули. Нафиг тебе, Юля. Эй, Юлия, ко мне. Так, не поворачивайся ни в коем случае. Куда? Так, забудь об этом. Дополз немного я. Ну да ладно уже. Шо уж там, да? Теперь тут зона недосягаемости, я не знаю. Все, пошли отсюда. Не хочу ни секунды больше здесь задерживаться. Тихо, приятель. Тихо, все хорошо. Все в порядке. Молодой человек, попрошу вас успокоиться. Джеллименджин. Амино. Имунага Империалы. Амино. Так, вспомнить, как этого пидораса нужно снять. Просто бегу. Прыгаю и бью. Ясно, все. Давай иди отсюда, а? Нарушай атмосферу. О, мы это сделали. Не знаю, что у меня в первый раз не получилось. Да фиг с ним. Это через боль, через страдания познается этот мир, как сказал великий китайский мастер, да? Это для чего коробочка? Или что это вообще такое? Мать, это все было только для этого. Она не могла своим этим крюком просто ухватиться за эту веревку, я не знаю. Подтянуться на ней или там. Блин, ну это просто долбоебизм какой-то. Здесь наверное какой-нибудь ништяк лежит, да? Зря же я тут бегу за ним уже полдня. Еще назад столько же. Я не знаю. Вниз, давайте. Скажем дружно, пойдем вниз, если нам это нужно. Так, тут мы не сможем спрятаться в случае чего. Свеситься мы тоже не сможем. Это конец! Это... Так, кто-то кого-то заколол. Это императора. Император. Оу. Вот она, наконец. А этот учитель... Видишь, девочка, твоя драгоценная шкатулка у меня. Убить ее. Шо ж ты так спалилась-то, а? Дорогуша. Девчина. Воу-воу-воу. Тихо, ребята. Я всего лишь вовнутрь. Солдат Чан Юна 0,7 раз. Да вы охренели. Похрусти позвоночником. Шрутель назад, я тебя на скорости убью. Давайте-ка лучше наверх заползем, мало ли запалят. Ништяк какой-то лежит. А, запалят сейчас в любом случае. Не зря старался, значит. А у меня эти хрени максимум. Максимум оф хрень. Так, давай-ка узбогойся. Да, блядь, куда я денусь в следующий раз? Конечно, не уйду. Чувак.
чувак. Не, забудь об этом. Палит наверх. Сам ты, сука. Да ёб, какое, блин, две плюхи уже. Надо было тебе три мне дать, чтоб я помер. И он по две снимает их. Ну и шиш с вами, да? Чё было? Верёвка порвалась. Корова. Фу, корова, фу. Отожрала ляхи, теперь бегает тут по веревкам. А мне обязательно убивать 7 солдат? Или я могу как бы на это забить просто свой большой и громадный? Ну, вы поняли. Ну просто мне это нахрен не надо. Или надо? Ой, сейчас палят нас. Ой, сейчас спалит! Ой, сейчас спалит! Выходи и сражайся, как мужчина! Пидорас. Десинхронизация. Инициализация. Чтоб вы усрались темной ночью. И не было у вас туалетной бумаги. Давай ломай дверцу. А Альтаир бы спрыгнул с этой хрени прямо и убил бы этого дядьку нехорошего. Так, ну тебя я убью, потому что ты хороший. Слишком хороший для этого мира. Отдохни. Нет, давайте уже тогда, раз игра хочет от нас этого, то давайте уже тогда всех снимем. Я не знаю, серия и так уже долгой получается. По-моему, уже где-то минут сколько? 30 точно уже есть. Распоряжение у нас. А давайте, чё знаете? Давайте здесь пустимся и, короче, опять дверцу эту снимем. Ага, это уже будет все время вправо впалить. В смысле, налево. Потому что хрен у нас что получится. Хотя как так? Подожди, он же должен отходить. Он же, блин, рядовой этой, мать его, армии. О, подождите, этот идет сюда. Можно будет его сейчас снять. Так. Иди-ка сюда. Переляг, отдохни. Фух. Так, смотрим. Лучше, наверное, наверх вылезу. Опасно. Опасно, ребята, опасно. Давайте-ка лучше пока наверх сходим. То мало ли еще запалит его. Не, вроде не палит. Взломаем на всякий пожарный, потому что мне уже сыкотно. И сейчас, короче, наверх сваливаем, и все. Так, там обычный рядовой или этот, который палит по сторонам еще и за спиной, короче, как Толакин. Не, походу, обычный. Ой, да их разберемся. Тихо. Тихо, бабы, все поедем. Слушайте. Ну, в принципе, давайте, знаете что? Ты же до сюда не допалишь? Ну, просто что-то я очкую. Да не очкую ты, Слайк, все нормально будет. Да? У Слайка все путем всегда. Это так и будет всю жизнь стоять раком. Давайте его где-то вот здесь снимем. Потому что слишком как-то близко. Слишком близко подобрались к нему мы.
У нас все получится. Мы сделаем это. Если я говорю, что мы, мать его, сделаем это, то мы это сделаем. А можно, знаете, что? Готово. Так, что мы тут можем загробить? А тут мы можем дать ему прикурить. Так, а где мы тут спуститься можем? А, чисто задание было всех их убить. Учитель, прости, я не успела. Да ладно. Надо было действовать быстрее. Я могла остановить Чан Юна. Я могла защитить шкатулку. Какой прок вместе, если я теряю тех, кто мне дорог? А ты, блин, одна, будь и никого не потеряешь. Я могла бы спасти тебя. А хули он туда полез вообще? Ой! А, извиняюсь, это так смачно чихнул. Просто серия закончилась уже, считайте. Сейчас мы смотрим результаты. Максимальный запас энергии. Хеликс. Да мне насрать вообще. Чанчжун, Цанчунь. Намного быстрее взламывает запертые укрытия. Ну я рад за нее, что она немного быстрее ее взламывает. Здесь-то конец-то игры уже. Мне, походу, одна еще миссия точно осталась. Я родился расой, одна из множества наложниц. Благодаря рабству я узнала, что такое свобода, поняла, что у меня есть будущее. Теперь мой черед дать надежду тем, кто забыл о ней. Когда Чан Юн и Цю Цзюй будут мертвы, когда шкатулка окажется у меня, я займусь этим. Займись этим, крошка. Я вернулась к тому, с чего начала. Мое прошлое станет налогом моего будущего. Моя подруга такая же наложница, как и я. Теперь стала императрицей, и она рискует своей жизнью, чтобы помочь мне. То есть, получается, любит рабынь, да? Она знает, где искать Чан Юна. Но я боюсь, что ей грозит опасность. Если тамплиеры заподозрят, что наложницы помогают мне, они убьют всех, не моргнув глазом. Сейчас, походу, эту проститутку еще придется спасать. Ладно, ребят, на этом, пожалуй, мы серию закончим. Хватит, пожалуй, на сегодня. Вот так вот. Так что спасибо, что смотрели, спасибо, что ждали, я не знаю, видео. Кто ждал, тот ставит лайк. И вообще все ставьте лайк. С вами был великий неподражаемый Зазепа. Всем спасибо, всем пока.